Красного уровня отдыхает Максим Фатиш. 26 лет тому Максим, кандидат мастера спорта. Он из города Николаева. Чемпион в Украине 2015 года. Постоянный тренер Хаджи Мафон. Максим Фатиш из города Николаева отдыхает в Красном уровне. Thank you.
Андрей Пешкинец из города Львова отдыхает и готовится к продолжению полуфинального поединка в силе у Лубинка. Мастер спорта Украины, 19-летний боксер, представляет спортивный клуб «Атлет» города Львова. 5 лет занятия боксом дали возможность его провести поединка в Украине. 80 поединок, 75 побед на Латвии. Он также провел 12 международных встреч, 10 боксов выше. Чемпион Украины 2016 года среди мужчин возраста до 22 лет. Его постоянный тренер Чебоцузский, который симулировал данную поединку. Андрей Пешковец, город Львов, синий угол рынка. Завоевал боксер из Красного Украина Василий Матич.